вот в такое бездорожье попали наши таксисты. Сначала в заснеженном поле застряла машина такси. Водитель спешил на вызов в село Протигайловка. К месту назначения пытался проехать по сокращенному пути через поле. Забуксовал. Колеса прорыли снег и стали скользить по растаявшей грязи. На помощь таксист позвал своих товарищей на автомобилях. В итоге застряли все трое. Выбраться самостоятельно из снежных заносов не смог никто. Стало ясно. Единственный выход – вызов спасателей. Так вас трое, получается, застряло, да? Да. Приехали быстро? Ну да, минут 20. Спасательная операция длилась недолго. В помощь тросы, слаженные действия сотрудников аварийно-спасательного отряда. И уже через 10 минут колеса легковых автомобилей уверенно крутились по твердому покрытию. Слова благодарности для спасателей – самая большая награда. Спасибо вам большое. Да, пожалуйста, обращайтесь. Приходится часто спасать. Выезжали много раз уже, да? Ну, за последнее время мы дежурим, получается, смена через смену. Это у меня уже второй выезд официально такой, где нуждаются в помощи людей. И все получалось? Все получается. В ближайшее время, по прогнозам, осадков не предвидится. Однако сотрудники аварийно-спасательного отряда продолжают следить за ситуацией, связанной с погодными условиями. По-прежнему настоятельно рекомендуется проявлять осторожность, а в экстремальных случаях не поддаваться панике. Сразу звонить по номеру 101. Спасатели пришли на помощь медикам. Из снежного плена сотрудники аварийно-спасательного отряда вытащили машину скорой помощи. Спецавтомобиль застрял на одной из городских улочек. Сначала медицинскую помощь больному врачи оказали. Но после помощь, но уже техническая, понадобилась самим докторам. А если быть точнее, медицинскому автомобилю. Спустились вниз, обратно подниматься никак. Стояли, я пробовал минут 15 там, пока выехал, позвонил на базу, приехал в УАЗе. Пробовал выдернуть, не получалось. За помощью медики обратились к спасателям. В течение нескольких минут специальный автомобиль аварийно-спасательного подразделения был на месте. К слову, в связи с погодными условиями спасатели несут службу в особом режиме – круглые сутки. Дальше все по инструкции – стальной трос и постепенная буксировка. Чуть больше 5 минут, и машине скорой помощи удалось высвободиться из снежных сугробов. Быстро, очень быстро. Спасибо им, очень быстро помогли. Служба нужная вообще? Да, обязательно. Без такой службы никуда. Благодарные медики поспешили на выезд, спецавтомобиль, спасателей на КП-1. Здесь временное место дислокации передвижного пункта обогрева, который всегда готов прийти на помощь. Около 20 грамм марихуаны обнаружили сотрудники УГСВО у спешившего домой бендерчанина. В 6 вечера мужчина в сильном подпитии возвращался из гостей, чем привлек внимание милиционеров. Увидев стражи порядка, правонарушитель попытался незаметно избавиться от пакета с наркотическим средством, выбросив его на проезжую часть. Но злополучный сверток оказался прямо под колесами спецавтомобиля отдела вневедомственной охраны. Я шел домой. Я выпил с бабушкой. Я иду домой. Все. Какие проблемы? И вас задерживает милиция и... Вот я не знаю почему. Возможно, из-за того, что я выпивший. Все. За пакетик я уже говорил. Это не мой пакетик. Спустя несколько минут на место происшествия прибыла оперативно-следственная группа. Пакет с наркотическим средством милиционеры изъяли. В дальнейшем он был направлен на экспертизу. За хранение наркотиков мужчине грозит уголовная ответственность. Курение в постели обернулось трагедией. Пожар произошел в микрорайоне Ленинский во многоэтажном доме на улице Космонавтов. Горела квартира на 5-м этаже. Труп 46-летнего мужчины, который там проживал, огнеборцы обнаружили в одной из комнат. Мы зашли через балкон, поднялись по автолестнице, мы через балкон зашли и зашли, вот он тут лежал. Тело мужчины нашли рядом с диваном, где и находился очаг пожара. До прибытия скорой пожарные оказывали пострадавшему неотложную помощь, но это оказалось безрезультатным. Зашел командир нашего отделения, нашел его вот тут. Вытащил его на балкон, чтобы он дышал. Попробовали привести его в чувство, но человек был уже без пульса. В ходе осмотра места происшествия специалисты обнаружили окурки. Пачка сигарет нашлась и у новогодней елки. Пачка сигарет тут лежала, я уже не могу ее найти, мы тут разбирали, но пачка сигарет лежала рядом с ним.
Предположительно, мужчина уснул с сигаретой. Горящий окурок попал на одеяло, затем загорелся диван. Причиной пожара стала неосторожность в обращении с огнем при курении. Пятидесятидевятилетнюю женщину ограбили поздно вечером в центре города. Потерпевшая не растерялась. Сразу набрала на мобильном 102. Ну, я много раз шла, там была вот так поставлена, вот тут пешком. Ну, нормально все было. А вот сегодня повезло. Уже в милиции женщина рассказала. Опоздала на последний троллейбус. Домой шла пешком. На перекрестке улиц Ковряга-Суворова к ней неожиданно подбежал подросток и вырвал из рук сумку. В дежурную часть звонок о совершенном грабеже поступил в 22 часа 35 минут. На место происшествия незамедлительно был направлен дежурный экипаж вневедомственной охраны. Подозреваемых задержали на перекрестке улиц Ковряга-Коммунистическая. Один из подростков в руках держал похищенную сумку. Сотрудники милиции за считанные минуты прибыли на место происшествия. Подозреваемые, их трое, скрыться не успели. Всех доставили в милицию. Задержанными оказались подростки. Одному из них 16, двоим другим по 17 лет. Как поясняют, приехали в Бендеры погостить из села Гербовцы Республики Молдова. На преступление пошли ради легкой наживы и денег. За что задержан? Пиндушитё, принц. А? Джанг. Украл сумку. А у кого украл? Вообще не фраг. У женщины. А почему он украл? Интрущай фраг. А вообще может снять? Хотели украсть денег. Два яблока, банки с закатками, половинка хлеба. Вот скромное содержимое похищенной сумки. Но для пенсионерки ее спасенное имущество как подарок. Женщина рада, сама жива и вещи целы. Я быстро позвонила. И приехали быстро? Приехали. И они успели их задержать? Они... Успели, да. Я благодарна, не знаю как. Сейчас с подростками ведут тщательную беседу. Уголовное дело направлено в Следственный комитет. Степень вины каждого из задержанных устанавливается. Шесть лет. Ой, ты красавчик, красавчик. Это Тимофей, любимец домочадцев и к тому же звезда Инстаграм. Ролик с ним в главной роли недавно появился в популярной соцсети. Поэтому я беру тебя вот так и... Суровое воспитание возмутило городских защитников животных. Обеспокоенные граждане обратились в милицию с просьбой узнать о здоровье кота. В адрес Министерства внутренних дел поступило несколько десятков обращений. Заявители требовали провести проверку, чтобы исключить факт жестокого обращения с животными. Сотрудники экологической милиции выехали на место происшествия, где ситуацию исследовали во всех подробностях. Все случилось на веранде. С ее высоты и совершил свой полет Тимофей. Как выяснили милиционеры-экологи, это чуть больше метра. 90 сантиметров крива. Там от нуля идет? Да, от нуля. И размер опалубки 30. 30 и 90, 1,20 м. Жизни и здоровью кота подобная воспитательная мера не угрожала, вреда не принесла. Выкладывать видео в соцсети мужчина не собирался. Говорит, все вышло случайно. Снимал именно на свой телефон видеоматериал по поводу кота. Ты его забираешь и убираешь с места насиженного. Для чего? Глупость. Моя глупость? Просто глупость. Тем не менее, молодому человеку все же придется пересмотреть свое отношение к домашнему любимцу. Ведь мы в ответе за тех, кого приручили. Гражданин привлечен к административной ответственности, и ему вынесено предписание о недопустимости жестокого обращения с животными, также действия, которые могут повлечь за собой причинение вреда домашнему питомцу. Повышенному вниманию к своей персоне Тимофей оказался не рад, потому поспешил удалиться по более важным кошачьим делам. Неравнодушие граждан, забивших тревогу после просмотра видео, правоохранителей порадовало. Проблему защиты животных эффективнее решать сообща.